Коли ви заводите собаку, то найперше, що потрібно усвідомити, цього друга ви берете на довгі роки. І просто погратися та вимкнути тут не вийде. Собака – це майбутній повноправний член вашої родини, і він має бути здоровим. До чого тут документи? Інколи саме за їх допомогою можна побачити щеняче майбутнє. Спочатку потрібно обрати заводника. Когда вы выбрали себе заводчика, когда вы выбрали питомник, конечно, это может быть не один питомник, вот это может быть несколько питомников, вы приходите в питомник, естественно, сначала вы смотрите на щенков. Их может быть несколько, щенок может быть один. Никогда не нужно бояться брать, скажем, последнего щенка, потому что грамотный заводчик оставляет всегда самое лучшее в перспективе оставить его себе для дальнейшего племразведения. Поэтому вы внимательно рассматриваете щенка. Якщо щеня вам до вподоби, спитайте у заводника його документи. У щенка в питомнике обязательно должны быть документы. Документы должны быть также на обоих родителей. То есть, если у заводчика находится только мать щенка, то обязательно должны быть ксерокопии документов отца. То есть, вы вправе требовать эти документы, и заводчик не может вам отказать, если ему нечего скрывать. Очень часто, купив щенка и забрав только щенячью карту, вы можете быть приятно удивлены, получив родословную, что, например, папа и мама ваших щенков могут оказаться родными братом-сестрой или там дочерью с отцом. Вариантов масса, поэтому вы очень внимательно должны прочитать, посмотреть документ. Не думайте, що це час витрачений без користі, адже саме у документах уся правда про вашого майбутнього друга. У щенка должна быть вот такая щенячья карта, где указывается порода, кем выдан данный документ, номер данного документа, порода, кличка, окрас, пол, дата рождения, номер клейма щенка, который вы обязательно должны сравнить с татуировкой, которая находится у одних пород на животике, у некоторых пород на ушке. То есть спросить у заводчика, где находится клеймо, обязательно его уточнить. Дальше племпитомник или племзавод, фамилия заводчика, адрес заводчика, отец, мать, щенка. Дальше пишутся ваши данные. То есть ваш адрес, ваш телефон, кто владелец. Значит, с этой картой вы идете в клуб, зеленую часть вы оставляете в клубе, розовая часть остается у вас. Зеленую часть вы обмениваете на родословную. Наступный документ – ветеринарный паспорт. Также со щенком должен быть ветеринарный паспорт, если у щенка проведена хотя бы одна вакцинация, где также указывается собака, обязательно его номер, его пол, его окрас, если есть чип, номер чипа. Усі інші поля ви заповнюєте вже у ветеринарній клініці самостійно. Згодом можна навіть вклеїти фото улюбленця. Що стосується документів батьків, значить, обов'язково ви повинні подивитися по можливості родословну матері, родословну отця, або хоча б ксерокопії цих документів. Если у отца, у матери есть какие-то титулы, опять же, вам должны показать ксерокопии этих титулов. Также необходимо посмотреть данные о питомнике, о заводе. Вот. И на суку еще предоставляются такие документы, как племсертификат, то есть который должен, где стоит оценка данной собаки и допуск в разведение. То есть, что эта собака непосредственно была допущена к вязке, допущена в разведение. Ці документи говорять про те, що в'язка була проведена офіційно через кінологічний клуб. Є ось такий от паспорт племінної суки. От так от він виглядає, де стоїть дата в'язки. Желательно, звісно, щоб між пометами хоча б срок проходив не менше 9 місяців. Також бажано спитати, коли була вакцинована мати щеняти, а ще коли проводилася дегельмінтизація та обробка від бліх.
Також заводник може, окрім вище названих документів, оформити з вами договір або акт утримування, де буде вказано, що заводник передає вам здорову тваринку у певному віці, певного кольору та з певними документами. Данный договор имеет юридическую силу, поскольку он регистрируется в клубе, остается копия договора в клубе. Он оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр остается у заводчика, один экземпляр остается у владельца и один экземпляр остается в клубе. По надобности клуб уже ксерокопию договора передает в КСУ. Що ж, з документами розібралися, а в наступному сюжеті будемо розбиратися зі здоров'ям щеняти і розкажемо вам, на що звернути увагу, купуючи песика.